Это была простая история о потерянном мальчике и сломленной девочке. Они сражались бок о бок со следопытом, ветераном войны и павшим рыцарем. Я вела их в бой против зла столь ужасного, что оно затмило сами звезды. Мы сражались за себя и за тех, кто не мог. Но даже не думали, что все закончится вот так. Всем нам придется сделать выбор. Невыносимо трудный выбор. Но пока мы вместе, у нас есть шанс. Мы хотя бы умрем, сражаясь. Все пути сходятся воедино. Пришло время вернуться к работе. Мы — суть равновесия Эзра. Нам суждено было стать джедаями, чтобы в нужный момент мы помогли спасти Лотал. Да пребудет с вами сила. «Звездные войны. Повстанцы». Смотрите четвертый сезон этой осенью на Lost Film TV.